Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Сри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Сри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопижану Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванчакалпатару Васяки Басинду Бевача Патитанам Павуни Бхавишнаби Бхио Наму Нама Муканкароти Бачалам Пангум Ланхайти Гирин Ятки Патамаханга Банди Парма Ананду Махадвам Бриндавай Тулсиде Бхипьявай Кешва Сача Шнабхакти Паде Деви Саттваваттвай Наму Нама Нараяна намаскритта нарун чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудир Шанкиртане кришна кату падеш Гаурия патрашва пракаса неча Садану ракта гуру бхакти юкта Бхакти прамадакша жагод барану Дхейям сада парибхавагнам авиштадухам Титас падам сива виринчанутам сараньям Виттатвихам панутопал бхавадипутам Банде махапурусате чарнаравиндам Ятпадапаллаванакачандамани чатая Виспуриджитакимапикапавадушвадарши Пурнану рагру сосагру сарамурти сарадхикамай кадакивам каруси. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Сиаддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Сиаддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanu lambita hujo kanaka bodhato, Shankirtanai kapitaro kamala yatakshu. Вишамбару дижавару жугадхарма палау банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намами Ганге Тавапад Панкаджам Сура Сурир Бандито Диббарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури нирантара бивуши тобам бхагам Нараяно прияманго мада парам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджуша вадане Лакшмир жасача бхакшаси Жасьясте хридае самби Там нишингамахам бхаже Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Нискинчанасья Бхагавад Бхаджанон Мукашья Паранг Парам Джига Миша Бхавасагарша Шандарсанам Бишанатха Джашитаранча Хаханто
Vishwa Bhakkhanatva Vyasadhu. Niskin Chanasya, Niskin Chanasya Bhagavad Bhajanun Mukhasya, Parang Parang Bijigo Bimisha Bhavasagrasya, Sandarshanam Vishanamato, Jasitanancho Hahanto, Hahanto, Vishwa Bhakkhanatva Vyasadhu. Gaudiya Goshtipati, Гаудия Гоштхипати, Сюсила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Джагадгуру сказал, мы постоянно видим внешний облик того, что нас окружает. Мы обращаем внимание на то, что снаружи. Bonded soul going to see shape and design, then everything contaminated. И когда обусловленная душа смотрит таким образом, все оскверняется. Тонкий даршан не происходит. Чайтанья Махапрабху учит нас. Показывает нам, что мы постоянно замечаем, судим людей и все, что окружает нас по их внешности. Но чистый преданный видит совершенно иначе. Он видит душу в ваших телах. И всю свою жизнь Махапрабху обучал нас тому, как поддерживать чистоту. Как развить чистое видение, как поддерживать чистоту тела. Поэтому он строго наказал Чота Харидаса. Он был вынужден сделать это для того, чтобы преподнести нам урок. В противном случае люди бы не вынесли урок. Как вы помните, Махапрабху в Гора-лиле, когда он танцевал в облике Махалакшми, это описано в Чайтанья-чаритамрите. То есть имеется в виду, что он перенял ее бхаву и танцевал, испытывая ее чувства. Это произошло в том месте, где сейчас находится Чайтанья Матх. Там был дом дяди Чайтанья Махапрабху. Там Махапрабху устроил спектакль. Преданные разделили между собой роли. В конце концов, Махапрабху сказал, что те, кто не могут контролировать свои органы чувств, не контролируют свои чувства, не имеют права смотреть наш спектакль. Тогда Адвайта Гасай и Шривас Ачарья сказали, ну тогда и нам туда нельзя. В ответ Махапрабху сказал, если вам нельзя, тогда кто может вообще прийти? Хорошо, сказал Махапрабху, я благословляю вас, и пока мы будем играть этот спектакль, никто не будет испытывать каму вожделения. То есть спектакль заключался в том, что Махапрабху танцевал как Махалакшми. И тем самым он доказывал, что
Он является всем для человека, отцом, матерью. Именно эту шлоку он подтвердил своим спектаклем. Он играл Махалакшми, в точности был как она. И благодаря благословению Махапрабху никто действительно не испытывал никакой камы. Но в отношении Чота Харидаса Махапрабху был очень строг. Он не готов был его простить. Несколько дней назад я рассказывала о Юшит Санге. Если я рассматриваю этот цветок как нечто прекрасное и хочу наслаждаться, вдыхать его аромат, он становится объектом моего наслаждения и является Юшит Санга для меня. На что бы я ни посмотрел с желанием наслаждаться, на плоды дерева, на воду в Ганге, когда жарко, если я хожу принимать омовение по 4-5 раз, это же наслаждение. То есть Ганга охлаждает. Это не служение. Вы не выражаете почтение. То есть что значит служение? Вы выражаете почтение Ганге и принимаете в ней омовение, чтобы очиститься. Если это не соблюдается, вы наслаждаетесь. Как мы принимаем омовение? Мы окропляем голову водами Ганги, приносим ей поклоны и затем входим в ее воды. Но когда холодно, никто почему-то особо не принимает омовение. Когда жарко, также в Экадыше. Многие, если человек следует Экадыше для того, чтобы улучшить свое здоровье, нельзя говорить, что он действительно следует Экадыше. То есть, если человек думает, что пост — это хорошо, и мне пойдет на пользу, моему здоровью пойдет на пользу, это не является настоящим следованием посту Экадыша. Таким образом, все это Юшит Санга. Также Бхактивинода Такура объясняет. Если я наслаждаюсь комфортом от того, что, допустим, светит красиво свет, хорошее освещение, и я этим наслаждаюсь, это тоже Юшит Санга. Таким образом, все мы вовлечены в Юшит Сангу. И это будет продолжаться, пока это продолжается, мы не достигнем Верховного Господа. Возможно, вы в уме чем-то хотите, вы наслаждаетесь в уме или наслаждаетесь физически. Все это Юшит Санга. Тем не менее, нам необходимо поддерживать чистоту. Если вы не сможете поддерживать чистоту, вы лишитесь силы в Харибаджане. Не будет сил совершать Харибаджан. Если кто-то здесь, в нашем собрании, осквернен и будет взаимодействовать с другими, он осквернит все вокруг себя. Оскверненный человек может коснуться чего-то, и этого предмета коснутся остальные. Все будет осквернено. Итак, чистоту нужно поддерживать. Когда Гуру Махарадж был уже 99 лет, он Сидда Махатма, он Парамахамса, преданный высшей категории. Тем не менее, он обучал меня, как поддерживать чистоту. Он так обучил меня, что в мозг у меня сразу же поступает информация осквернения. Вот это осквернено. Гуру и Вайшнава поддерживают такую чистоту, что вы будете растроганы, когда увидите, как они следуют правилам.
Если вы не будете поддерживать чистоту, следовать правилам чистоты, вы лишитесь всего, не сможете совершать баджан. Так вот, когда Гуру Махараджу было 99 лет, в час я провожал Гуру Махараджа в ванную, в туалет, он после этого мыл руки, мыл ноги, полоскал рот. Я говорил ему: «Гуру Махарадж, ну сейчас холодно, зима». Нет, он поддерживал все, делал все, что необходимо для поддержания чистоты. В действительности, чистоту мы можем обрести благодаря постоянному памятованию о гуру и вайшнавах. Если вы сможете постоянно думать о Бхактивинода Такуре, о Прабхупаде, естественным образом вы будете чисты. Или если вы будете думать о Патита Павани Джаганнатхе. И Махапрабху обучает нас, как поддерживать чистоту сердца и души. Именно поэтому он наказал Чота Харидаса. Да, возможно, Чота Харидас совершил неправильный поступок. Это лила, игра. Возможно, он проявил совсем-совсем чуть-чуть стремление наслаждаться, желание наслаждаться. Он пошел к Мадхави Деви Даси, чтобы принести от нее риса. Там Мадхави Деви Даси была пожилая женщина. И не только это, она является близким спутником Махапрабху. Она входит в число 3,5 близких спутников Махапрабху. Сваруп Гасай, Рай Махашая, Шики Махити и она. Мадхави Деви Даси, главные спутники Махапрабху. Чота Харидас взял рис и принес Бхагавана Дасу, также спутнику Махапрабху. Но что пошло не так? Мы же не можем подумать, что Чота Харидас привлекся в Мадхави Деви Даси. Во-первых, она была Сидда Махатма, во-вторых, она была пожилая женщина. В действительности у нее была служанка. И Чота Харидас не сделал в действительности ничего. Только в его сердце что-то закралось, небольшое желание, интерес к этой женщине. Но Махапрабху, находясь в сердце, сразу же понял все. Когда Чота Харидас То есть Чота Харидас вручил рис Бхагавана Дасу, Бхагаван Дас готовил, и в этот день Махапрабху должен был принять прасад у Бхагавана Даса. Когда прасад начался, Махапрабху заметил: «Такой вкусный рис, где ты его взял?» Кто его принес? Это Чота Харидас принес от Мадхави Деви Даси. Конечно, Махапрабху знал все, потому что он находится в сердце каждого. Он принял прасад, а затем пошел в свою комнату в Гамбире и строго приказал Говинде: с сегодняшнего дня дверь в мою комнату закрыта для Чота Харидаса. Не позволяй ему приходить сюда. Говинда удивился, он испугался и не стал спрашивать никаких вопросов, не задавать никаких вопросов. Но преданные были поражены. Почему Махапрабху так ведет себя? Чота Харидас совершает так много служений для Махапрабху. И они стали спрашивать его: в чем дело? Но Прабху не отвечал. Тогда спросил Сваруп Гасай.
Там присутствовал Нитьянанда Прабху. Махапрабху ответил: я не позволю никому, кто является Юшит Санги, войти ко мне. То есть тот, кто не поддерживает чистоту, не поддерживает чистоту мыслей, не могут общаться со мной. Тот, кто делает запрещенные вещи, не может общаться со мной. Когда преданные просили вновь и вновь, он сказал: «Хорошо, оставайтесь здесь, а я пойду в Валарнатх. Если вы еще раз попросите меня простить Чота Харидаса, я тут больше не останусь, я уйду». Все преданные были шокированы. Махапрабху так серьезно относится к этому. Какую совершенную чистоту необходимо поддерживать для совершения Кришна-бхаджана? Итак, так Махапрабху наказал Чота Харидаса. Спустя один год, Чота Харидас еще надеялся. Он ждал, что когда-нибудь Махапрабху сдобрится и простит меня. Но этого не произошло. Спустя один год Махапрабху спросил: где Чота Харидас? И кто-то из преданных сказал: Чота Харидас долгое время ждал, когда ты простишь его. Но когда он понял, что этого не произойдет, он решил пойти в Аллахабад, в то место, где сливаются три священные реки Ганга, Ямуна и Сарасвати, и бросился в них. Если вы будете рассматривать это его действие как суицид, как самоубийство, это неправильно, потому что люди совершают самоубийство из-за отчаяния, что они хотят наслаждаться, но этого не получается. То есть, что преследует самоубийца? Он хочет избежать проблем и хочет наслаждаться. Этого не получается, поэтому он не видит другого выхода, кроме как убить себя. Но Чота Харидас сделал это с твердым намерением обрести служение Кришне, Махапрабху. То есть он с мыслями о Махапрабху бросился в эти воды. Поэтому мы не можем относиться к этому поступку как к самоубийству. Важный момент. Несмотря на то, что люди могут слушать Харикатху, они не всегда могут осознать то, о чем слушают. Посмотрите, во всем мире так много. То есть способности говорить и осознание — это абсолютно разные вещи. Можно хорошо говорить, но не обладать осознаниями. Люди могут знать много шастр, но не способны воплотить знания шастр в своей жизни. И причина этому в действительности одна. Они не могут поддерживать чистоту ума. Если вы не согласны, я могу дать вам список правил, которые необходимо совершать, и вы тогда вы увидите свой прогресс. Итак, необходимо избегать Юшит Санги. Кришна только говорит, что только Удава может осознать шастра-сиддханту.
Также он говорит о Парикшит Махараджа, сказано в Бхагаватам. Только Шукадева Госвами может запомнить и осознать все шастры, весь Бхагаватам, все, что он услышал от Шукадева Госвами. Когда Шукадева Госвами рассказывал Харикатху, все муни и риши присутствовали в этом собрании. Они собрались для того, чтобы услышать Бхагаватам. Прямо напротив Шукадева Госвами сидел Парикшит Махарадж, но помимо него было много муни и риши. Благодаря своей чистоте, Шукадева Госвами смог рассказывать Бхагавата Харикатху, Бхагавата Катху в точности, как она есть, без всяких изменений. Он таким образом вы сможете сделать свой баджан совершенным, когда вы избавитесь от юшит санги. Предположим, один пример. Предположим, я хочу служить Гуру Пада Падме. Но если у меня есть какие-то корыстные цели, такое служение становится йошит сангой. Одного примера более чем достаточно, который я сейчас расскажу. Махапрабху принял прасад в обед. И стал отдыхать. 10-15 минут он прилег. В этот момент Говинда захотел войти к Махапрабху для того, чтобы сделать массаж лотосным стопам Махапрабху. Но Махапрабху спал так, у него не было кровати, он спал на полу. Неважно, какое время года было, он всегда спал на полу. Поэтому чистые преданные всегда стараются жить в аскезах, то есть всегда стараются спать на твердом. То есть они специально делают свою жизнь аскетичной. Так вот, Говинда не мог зайти, потому что Махапрабху из-за своего высокого роста занял весь вход. То есть вход, он, Махапрабху спал на проходе. Комната Махапрабху была очень маленькая. Наверняка вы были там, в Гамбире? Там очень маленькая комната, в которой жил Махапрабху. Комната настолько маленькая, что едва ли там могут поместиться несколько человек. Именно там Рай Рамананда, Махапрабху и Сваруп Дамодар обсуждали сокровенные истины баджана день и ночь. Говинда начал просить: «Прабху, Прабху, позволь мне пройти, я хочу зайти внутрь». А Прабху сказал: «Я не могу подвинуться, я слишком устал». Он сказал это специально. «Но как же мне зайти?» «Ну, хочешь — иди, не хочешь — не иди».
И продолжал спать. Что сделал Говинда? Он постелил на Махапрабху чадар и перешагнул через Махапрабху. И таким образом вошел в комнату и начал массировать стопы Махапрабху. Когда он закончил, он сказал: «Прабху, позволь мне выйти, сейчас мне нужно идти». Махапрабху сказал: «Но как ты зашел, так и выходи». Но Говинда не ушел. Говинда не вышел. Постарайтесь понять, какой урок тут заложен. Итак, Махапрабху спал, а Говинда сидел в комнате. Когда Махапрабху проснулся, он удивился: «Ты почему не вышел? Ты почему не пошел, не поел?» Говинда всегда ел после Махапрабху остатки его прасада. Говинда давал чотах... Таков был обычай. Говинда давал часть прасада Махапрабху чотахаридасу и другим преданным. И остатки вкушал сам. Махапрабху удивился: «Но почему ты не поел? Почему ты не вышел, пока я спал?» В этом содержится сиддханта, наставление. Настолько этот замечательный урок, этот замечательный, что можно многое прочитать, но этого не понять. Итак, Говинда зашел внутрь для того, чтобы совершать служение. Он размышлял: если мне придется пойти в ад за то, что я перешагнул через Махапрабху, я пойду, потому что я сделал это ради служения. Но сейчас, назад, ради того, чтобы принять прасад, ради того, чтобы самому поесть, как я могу перешагнуть через Махапрабху? То есть цели абсолютно разные. Получается, что зашел я туда для служения Махапрабху, а выхожу для своих собственных целей. То есть вайшнавы, посмотрите, каково их видение. Как широкомасштабное их мышление. Итак, Удава Махарадж — чистый преданный. Махапрабху wanted to keep him as a acharya. So now you realize. Кришна хочет оставить его в этом мире как ачарью, как своего представителя. И благодаря этому вы можете увидеть, какими выдающимися качествами должен обладать ачарья. Не так, что как это происходит в нашем обществе. Просто выбирается определенная личность и производится какой-то ритуал, и он становится ачарьей. Но действительно, вот та сиддханта, которую я сейчас рассказываю, это эволюция, революционная она. Таким образом, ачарья — это не шутки. Бхагаван Шри Кришна назначил Удаву ачарьей. А для того, чтобы быть ачарьей, необходимы качества. Удава Махарадж, проявляя смирение, сказал, что прежде всего, если ты действительно хочешь, чтобы я был ачарьей, ты должен обучить меня. И Кришна рассказывает ему о Аватхоте Махараджа,
у которого было 24 гуру. Мы обсуждаем одного за другим. Мы уже дошли до 10-го. 10-й — это питон. Питон достигает огромных размеров. И он просто лежит, он никуда не движется, просто лежит и спит. Если какая-то пища, какая-то еда, какой-то зверек, какое-то животное подходит к нему, он съедает его. Поэтому естественные усилия для того, чтобы поддерживать свою жизнь, практичны, то есть это правильно. Но если мы стараемся слишком сильно, если мы прикладываем слишком много усилий, как это делают люди в Раджагуне, демоны, они прикладывают все усилия, чтобы обрести то, чего они хотят. Такова их демоническая, раджасичная природа. Таким образом, прикладывать усилия, небольшие усилия, естественные усилия для того, чтобы поддерживать свою жизнь, правильно. Бхактивин Такур пишет в своем баджане, киртане. Я доволен тем, что достается мне без усилий. То, что приходит ко мне само собой, без приложения особых усилий. Потому что если по судьбе вам встретиться с трудностями, например, у вас по карме, по судьбе бедная жизнь, и этого не избежать, с этим нужно смириться. В этой шлоке говорится об этом. Шукам дукшам бхаям кхемам карма наива авипаддати. What is written in your luck? Что то, что нам по судьбе, нужно с этим придется столкнуться. От этого не убежать. Тем не менее, люди денно и ночно стараются обрести то, чего хотят. Но если заглянуть в глубинную причину их стараний, они просто хотят обрести счастье. Они хотят избежать страданий и хотят счастья. Кто-нибудь из вас хочет страданий? Кто из вас хочет страдать? Конечно, никто. Все хотят быть уверенными, что жизнь их будет полна счастья и покоя. Тем не менее, они, страдания приходят, и никто не может остановить их. Одиннадцатый гуру, говорит Авадхот Махарадж, это океан. Мой одиннадцатый учитель — это океан. Eleventh number guru is ocean. Why?
What is the reason? Because ocean holds all water sources. Потому что океан является источником воды для рек, точнее, источником воды для всего, и все реки впадают в океан. Ганга, Ямуна, Сарасвати, даже Миссисипи, Волга, любые реки этого мира впадают в океан. Тем не менее, вода в океане не прибывает из-за этого. Потому что океан настолько глубок и настолько огромен, что реки не изменяют его уровня воды в нем. Порой люди создают пруды из океана, но все равно вода из него, уровень воды не падает от этого. И вот Худ Махарадж применяет этот урок в своей жизни. Иногда у нас мы можем обрести богатство, можем стать богатыми людьми. А иногда человек становится нищим, бедным. Люди очень страдают от этого. Если человек не понимает, что все, то есть мы должны понимать, что все, что приходит нам, к нам, это устроено Господом. Если что-то, если какие-то трудности приходят в нашу жизнь, мы должны все равно воспринимать их как благословение Господа. Несколько дней назад я рассказывал о Триданди Бикшу Саньяси. Он лишился всей своей собственности, лишился всего, что у него было. Больше того, даже члены его семьи выгнали его из дома. Но когда это произошло, он осознал, сегодня по-настоящему удачный день. Похоже, что Господь доволен мной. Именно поэтому со мной произошло все, что произошло. Теперь у меня ничего нет, абсолютно ничего. И теперь я должен взращивать настоящую вайрагию, отречение. Сейчас я вижу, что нет смысла ни в каком имуществе. Я занимался бизнесом больше 60 лет. Прошло 60 лет. Тем не менее, я никогда не испытывал такого отречения, как испытываю сейчас. И подобные мысли не возникали у меня в сердце. Я никогда не задумывался о том, что этот мир бренный. За всю свою жизнь меня ни разу не посетила мысль, что все здесь временно. Что мы можем взять с собой после смерти? Мы оставим все здесь, в этом мире. Ничего мы не сможем взять с собой.
Потому что с собой нужно будет взять особое богатство. Это то, что вы обретете в совершении баджана. Духовное богатство нужно взять с собой. Bhagavan Hari is very happy with me. That's why I'm going to develop this kind of detachment. Определенно, Бхагаван Хари доволен мной, именно поэтому со мной произошло. When Tidandi Sannyas, you can see the life of Tidandi Sannyas, then you can understand there is no problem in his life. He is not feeling good or bad. He is okay. So. С тех пор он не страдал ни от чего, что с ним происходило. Часто бывает так, что какой-то бедный преданный, настолько бедный, что никогда... Бхактивинода Тхакур говорил, что как можно учить других, если у тебя у самого нет осознания. Так вот, если у человека появляются деньги, и он гордится этим, я сам видел, как в одном храме старшие, очень старшие преданные сидят на полу. Много лет, 67, больше 70, а спикер говорит на высоком, сидит на высоком стуле. Я удивился, как он может так сидеть, когда существует правило, что... А даже нет, не спикер, а просто кто-то сидит, какой-то человек сидит на высоком стуле. Наверное, какой-то богатый человек. И я удивился, ведь существует правило, что старшие должны сидеть выше. Шрила Бхактивелла Тиртха Госвами Махарадж рассказывал, что если хотя бы на сантиметр сидение выше, чем твое сидение выше, то есть очень большое значение имеет на сидит кто на каком возвышении сидит. То есть, когда есть деньги, люди начинают гордиться и считают, что они могут сидеть выше, чем сидит в саду. Но для чистого преданного деньги не имеют никакого значения. Когда к нему приходят какие-то деньги, он направляет их на служение Кришны, но они не оставляют, никак не оскверняют его сердце. Итак, если у вас появляются деньги, не нужно этим гордиться. А если вы лишитесь всего, что у вас есть, не нужно сожалеть об этом. Как это произошло с Триданди Бикшу, с этим саньяси? Также и Парикшит Махарадж, он сам оставил все, что, все свои богатства, королевство, деньги, жену, детей. Parikshit Maharaj is going to leave all about also. В Бхагаватам сказано, что он going to leave all
Оставил все, отбросил все, что было у него, как испражнение. Когда человек ходит в туалет, ему он совершенно не привязан к испражнениям. Он без сожаления избавляется от этого. И точно такое же настроение у Парикшит Махараджа было по отношению к своей собственности. Он сделал это для того, чтобы совершать баджан Кришне. Часто мы можно видеть, как предлог, что вот мы принимаем ради служения Кришне, используется в корыстных целях. То есть нужно быть искренним в этом. Итак, уровень воды в океане не меняется. Если в него нет того, что в него вливаются реки, нет того, что, возможно, вода изымается. Точно так же мы должны жить в материальном мире. Не думайте, что я говорю вам, что нужно оставить свои семьи, оставить материальную жизнь. Нет, мы вынуждены жить здесь, жить в этом мире. Куда нам деваться? Саду также живет в материальном мире. Но суть в том, что лодка должна плавать по воде, но не вода должна быть в лодке. Если вода попадает в лодку, она начинает тонуть. Таким образом, для лодки, естественно, плавать по поверхности воды. Но воды не должно быть внутри лодки. Точно так же мы, живя в семейной жизнью, внешне мы можем жить в материальной самсаре, но эта самсара не должна находиться в нашем сердце. Если материальная самсара в нашем сердце, даже если мы примем саньясу, у нас будут огромные проблемы. Таким образом, необходимо смиренно жить со смирением. И даже если нам на голову свалится огромное богатство, это не должно сбить нас с толку. Двенадцатый мой гуру. Это мотылек, который летит на свет. Особенно во время, вот в это время, они... Их очень много. Они очень любят свет. Они летят на свет. Он настолько влечет их, что они не могут остановиться, летят на него и сгорают в огне. Точно так же люди в этом материальном мире настолько глупы,
что привлекаются красивыми формами, девушками, мужчинами. Так они бросаются в огонь и умирают в нем. Я знаю историю, когда три друга хотели быть с одной девушкой. Один убил другого, а третий убежал, сбежал. Того, кто убил, все-таки посадили в тюрьму. То есть, видите, что делает майя? Насколько сильно влечение, желание наслаждаться. На самом деле очень легко рассказывать лекции, но когда мы пытаемся применить знания в своей жизни, это так сложно. Невыносимо сложно. Те идеалы, которые мучают нас Махапрабху, очень высоки. Махапрабху за всю свою жизнь никогда не вступал во взаимодействие с женщинами. Он никогда не разговаривал с ними. Конечно, это не значит, что мы не имеем права разговаривать с противоположным полом. Тем не менее, мы должны делать это с настроением наслаждения, с желанием наслаждаться. То есть я начал сегодняшнюю лекцию с того, что мы обращаем внимание на внешность. Но наша внешность меняется, то есть в следующей жизни мы можем иметь другую внешность, не такую, как сейчас. Да даже в этой жизни внешность людей меняется. Я знаю одного человека, который был очень влюблен в одну женщину. И много таких случаев. Девушка была очень красива. Мужчина был без ума от нее, и они поженились. Но потом она заболела. Ее какая-то болезнь, что все ее тело поменялось с лицом. Что-то было так, что она перестала быть красивой. У нее был рак, и муж перестал любить ее, и они развелись. Так, такова любовь в этом материальном мире. Из-за ветрянки, сейчас уже из-за ветрянки, ветрянка изменяет внешность, лицо, кожа портится. Еще одну историю знаю, когда сражались за девушку. Девушка не хотела быть с одним юношем, хотела быть с другим, и вот этот человек, с которым она не хотела быть, вылил кислоты ей в лицо. Когда он узнал, что она не любит его, а любит другого, он захотел отомстить и изуродовал ей все лицо. Такова любовь, материальная любовь. Вы столько слушаете, столько знаете, но не развиваете осознание. И главная причина этому в том, что мы не можем поддерживать чистоту. Поэтому вы всегда должны стремиться к чистоте.
Мы привлекаемся внешними формами. Так же, как этот мотылек летит на огонь, он не может остановиться. Они знают, что огонь убьет их, тем не менее, они все равно летят в него. Тринадцатый мой гуру — пчела. Пчела собирает мед с цветков. Она занимается этим каждый день, целый день. Она летает, собирает мед, откладывает в улье и летит снова. Так проходят ее дни в тяжелом труде. Настолько предана меду, то есть настолько настолько предана меду, что больше ни о чем не помнит. Сейчас рассказывается о лотосе. Как лотос из-за солнца открывается, когда солнце заходит, лотос закрывается. Именно поэтому на санскрите одно из имен Господа — это Падма-банду, то есть друг лотоса, одно из имен солнца. Потому что благодаря его свету лотос открывается. Как только солнце заходит, лотос закрывается. Но пчелы не замечают, что уже наступает вечер. Они работают безустанно. Таким образом, они в лотосе собирают пыльцу, а лотос и забываются в работе, в своем труде. Лотос закрывается, и пчелы остаются внутри цветка. Она не может выбраться. Настолько она привержена к своему труду. Итак, каков же результат, следствие слишком сильной привязанности к наслаждениям? Мы попадаем из-за них в ловушку. Поэтому необходимо избегать привязанности к наслаждениям. Это я узнал от пчелы. Четырнадцатый мой гуру — слон. Слон живет в лесу. Бывает так, что слоны сражаются и ради какой-то самки. Сражается из-за самки. В Шримад-Бхагаватам, 10-й песне, рассказывается о том, It is written in Bhagavatam. So it's natural.
big fighting going on. So one elephant, due to the attachment, this kind of attachment, he is feeling attraction for sea elephant and is running and cannot understand where to go, how to go. Sea elephant running and. А самка убегает. Когда слон бежит за ней, а самка бежит от него. Но охотники пользуются такой привязанностью слонов. Они ставят ловушки. Роют ямы, которые прикрыты, и так сразу не видно, что там яма. Они ловят слонов, пускают самку вперед, самка бежит по извилистому пути, а слон хочет побежать напрямую, чтобы скорее догнать ее, и в конце концов попадает в ловушку. Его забирают и продают. Так происходит, потому что слон выходит из себя, теряет терпение из-за своей камы, из-за вожделения. Но он теряет бдительность и оказывается в ловушке. Это происходит из-за слишком сильной привязанности. Таков результат слишком сильной привязанности мужчины к женщине. Это очень опасно. Это ловушка, которую устраивает Майя Деви. Она открывает рынок, замечательный рынок, где столько всего привлекательного. И все зависит от вас. Если вам повезет, и вы примете настоящего гуру, вы увидите, что во всем этом рынке майи нет никакой ценности. Сегодня это, казалось бы, несет какую-то пользу, но завтра оно станет бессмысленным. Все равно, что мираж. Сегодня я начал с очень важного момента, который касается всех саньяси, брамачари и тех, кто живет жизнью грехастх. Об этой шлоке мы поговорим завтра. На сегодня время вышло. What Mahaprabhu speaking, why Mahaprabhu speaking this shloka, I can discuss tomorrow. Почему Махапрабху произнес эту шлоку, мы